Как сказал один человек, не надо лезть в политику. Она всегда спиной простым людям. И никто не видел ее лица истинного. Да. Тем более политика, это сейчас же политиков и не осталось. Сейчас там одни торгаши, продавцы, которые торгуют. А чем торгуют, для кого торгуют, ясно и понятно. Для себя. А все, что осталось, весь остаток несут домой. Куда же счет? Не отдавать же людям, да? Куда девать просрочку? Ну не людям же отдавать. Домой. Только тут не просрочка, а тут. Что там, 2 миллиона осталось? Ну, что, господа? Ну не людям же их. Давайте. Разбирайте, делитесь.